Добро пожаловать! С вами я, Елизавета Косякова, ведущая ежедневных новостей из Варнинского офиса ИДГЛОБ. В то время, как мир столкнулся с дефицитом шоколада из-за того, что фермеры стали производить меньше, чем его требуют потребители какао, исследователи из Уэльса предлагают новый способ решения этой проблемы – использовать масло из дикого манго вместо какао-масла при изготовлении шоколада. К сожалению, мировое производство какао снизилось в результате погодных изменений, неурожая, болезней и старения плантаций, что привело к росту цен. Для решения этой проблемы ученые из университета Бангора Уэльса исследовали потенциал дикого манго. Согласно их тестам, масло дикого манго имеет очень похожую с какао-маслом химическую, физическую и тепловую структуру. Более того, дикий манго имеет несколько превосходящих свойств. Он имеет более высокое содержание твердого вещества триглицерида, которое обычно используется для мягкости какао-масла, и более высокое содержание влаги, что весьма важно для производства шоколада с низким содержанием жира. Тестируемая дикая манго также известна как гималайская манго, родом из Юго-Восточной Азии. Это плод с большой сердцевиной, что значит, что он имеет более высокое содержание жира по сравнению с домашней, с небольшой сердцевиной манго. Значение этого открытия заключается в возможности привлечь внимание к таким видам, как дикий манго, и защитить их, так как в настоящее время такие виды уменьшаются из-за вырубки лесов, но их использование для производства продуктов, которые уже имеют высокую рыночную стоимость, может стать стимулом для их сохранения. Это все на сегодня, но если вам хочется узнать больше, мы ждем вас на нашем сайте eatglobe.ru. Спасибо за просмотр!